Обратите внимание, надо мной висит сплит-система. Отлично, да? Ну, была бы жара, можно было включить. Ну, правда, это шутка, потому что включать сплит-систему во время работ, ну, нежелательно. Фильтры забьются пылью до такой, вместе с грунтом, вместе со всей фигней, и он просто может умереть. Но вопрос, ребята, кондиционерщики, кто устанавливает кондиционер? Просьба, я думаю, от всех отделочников, кто делает финиш, зачем, вот как я должен в эту нишу там доставать, где-то там какой-то вот геморрой, зачем он сейчас висит? Можно было заложить трассу, допустим, приклеить, ладно, монтажная планка, на которой сама голова вешается, но вот сейчас он зачем, к чему это? Заказчик, он не всегда знает, в какой последовательности вешать. Вот. Вас бы прислать сюда, и чтобы просто что-либо над ним поклеили. Вот. Если это можно прямо быстро пройти, то на это убьется времени в 5 раз, в 7 раз больше. Кто это будет оплачивать? Естественно, никто. Так не надо делать. Обращаюсь еще раз ко всем кондиционерщикам. Голова, то есть... Вот этот блок вешается в самом последнем конце, когда все покрашено, заклеено. Не делайте так. Этого делать не надо. Ну, я понимаю, что есть стремление быстро повесить блок, прокинуть магистраль, все подсоединить, допустим, и срубить по-быстрому бабло. Тут же приходится два раза ездить, да, тут за раз и все хорошо получилось. Ну, на потом, что с этим делать? Ну, надеюсь, вы меня услышали. Если какие-то, может, есть какой-то хитрый способ вот это все обходить, если кто знает, пишите в комментариях.